Давай возьмем ребеночка из детского дома. Мальчик, девочка, неважно. Пожалуйста. Никогда. Кино по выходным. Паша, Паша, Паша. В субботу. Он теперь инвалид. А я чем смогу ему помочь? Я же не врач. Ну, короче, ты вынашиваешь, рожаешь и отдаешь нам ребенка. А мы спасаем твоего Пашу. А что, по-моему, нормальная сделка? Услуга. Рождение ребенка. Дикость какая-то. Ты мне врала. Ты мне все время врала. Спасибо вам за сына. Это мой ребенок! Это мой ребенок! Я его родила! Анастасия Задорожная. Ей не нужен Сережа. А я без него не могу. Он часть меня, понимаешь? Счастье по договору. Премьера в субботу в 20:50 на канале «Россия».